Дорогие участники последнего сезона фестиваля Golden Time, привет вам из солнечного Египта. Поздравляю вас с наступающими праздниками. И хочу сказать, что в последнем сезоне выступали очень-очень сильные участники. Сейчас я перечислю тех, на кого я обратила особое внимание. Так, Эрбол Акарис. Очень старательный мальчик с прекрасным отношением к музыке. Но почему нет педали у цифрового пианино? Надо приобрести педаль, а будущее есть. Гена Катерина. Большая молодец, Катя. Прекрасная постановка руки, понимание ансамбля, полифонии, высокая музыкальность. В дуэте с мамой играла? Если да, то браво обеим. Сольное выступление Кати Генак. Высочайшая музыкальность, отличная школа, настоящее профессиональное отношение к делу. Катя, большая молодец. Продолжай в том же духе. Богдан Пазюк. Очень плохо записано аудио, прерывается. Тем не менее, слышна отличная школа, хорошая полифония, виден артистизм, аккуратность, эмоциональность. Богдану очень повезло с преподавателем и с природным талантом. Отлично. Так, ансамбль. Трое детей играли. Кирьянов Алексей, Филимошина Полина, Кунченко Даниил. Мне кажется, так, я не очень хорошо вижу. Прекрасный, слаженный ансамбль, великолепная работа преподавателя, дети очень способные, понимание материала и динамики, есть артистизм на лицо, большие молодцы. Так, Коля Колянко, замечательный музыкант со взрослым пониманием барокко и полифонии, высокий уровень школы, профессиональное отношение к делу, видно, что много занимаешься, молодец, Коля. Оля, молодчина. Оля, совершенно взрослое исполнение, с полным эмоциональным наполнением, аккорды, интервалы, сыгранные легато, что не просто с такой маленькой рукой, какая у тебя еще в твоем возрасте. Потрясающая работа преподавателя, и видно, что много занимаешься. Я в полном восторге. Покрыщенко, донат. Старательное исполнение, хорошее отношение к делу. Немного зажат, но просто возраст. Со временем появится артистизм. Так, секундочку. Володя Панайотов. Молодец, Володя. Понимаешь полифонию, есть неплохая артикуляция, видна техника. Возможно, немного зажался от волнения, но баху честь сделал. Прекрасно. Аполлинария. Поля, да, сокращенно, Аполлинария. Очень красивое имя. Мне есть знакомая девочка Аполлинария. Ничего, кроме похвал. Абсолютно взрослый артист. На этом произведении можно было бы даже еще немного раскрепоститься и развернуть ушу, но и так отлично. Головчук Вера. Очень мило. Джазовое произведение. Есть чувство ритма, понятие синкопы. Играешь с улыбкой. Так продолжай и дальше. Учись импровизировать. У тебя получится. Так, это Вера. Назар Перепелица. Абсолютный мой любимец в этом сезоне. Аж дух захватило. Как прекрасно, когда совпадает талант, отношение к занятиям и великолепный преподаватель. В случае Назара это все так и есть. Состоявшийся артист, большое будущее. Надеюсь увидеть тебя на высокой сцене. Прекрасно все. Оскар. Играл два произведения, которых я не узнала. Очень интересная музыка. Хочу спросить, что это. Эмоциональное выступление. Мне очень понравился твой стиль и стили музыки. Отличная школа. Оскар, большой молодец. Тебе повезло с преподавателем. Второе произведение Оскара. Прекрасная рессора. Есть понимание мелодии и аккомпанемента, практически взрослое исполнение. Покрыщенко Богдан, это брат Доната, да? Здесь в твоем произведении вся была сложность правой руки, и ты отлично с этим справился. Мне очень понравился и артистизм, и аккуратное, в то же время эмоциональное отношение к музыкальному материалу. Так, Таня Масенцова, мне кажется. Замечательное осознанное исполнение сонатной формы. Артистизм, красивое платье. Танечка, молодец. Видно, что ты много занимаешься. Полина.
очень плохо видно из-за солнца, шуркалово, мне кажется, да? Полина, невероятно, как на таком хлипком инструменте цифровом можно так монументально сыграть, как на настоящем Steinway. Состоявшийся профессионал, ничего кроме восторга. У тебя есть все, кроме рояля. Так что в следующий раз присылай видео, записанное на рояле, потому что этот инструмент как бы тебя сдерживает, а тебе нужно играть на рояле. Так, Соня. На большой сцене играет практически большой уже артист. София, молодец, прекрасное понимание формы, музыкальное, очень исполнение. Я так понимаю, что ты учишься в училище. Я вижу уже абсолютно взрослый подход к телу, прекрасная техника, такой левой руке. Многие позавидуют. Абдулаева и Наяхтон, да? Правильно говорю? Прямо заслушалась. Прекрасное исполнение Шопена. Вспомнила мои училищные годы. Правая рука превратилась просто в струнный инструмент и ведет смычком. Редкое понимание кантилены. Ансамбль Екатерина Терехина, Светлана Васенина. Отличный сыгравшийся дуэт, великолепный характер музыки. Браво, девушки! Юра Урбанов, как-то не совсем выбор произведения сочетается с другими классическими музыкантами, которые которых мне довелось судить в этом сезоне. Видно, что ты любишь музыку и что ты ищешь свою интерпретацию. Просто как будто бы по сравнению со стилем всех остальных Земфира как-то не совсем сочеталась. Валентина Курдюкова. Видна любовь к музыке, тщательное отношение к материалу. Я, насколько понимаю, это Эйнауди или кто-то в этом роде. Я не очень люблю такую музыку, New Age, но видно, что играешь с любовью к делу. Всем удачи, я поздравляю вас с участием в этом сезоне. Желаю вам хорошего Нового года в это непростое время. И желаю вам всем больше заниматься и использовать праздники для того, чтобы и как и отдохнуть, так и поиграть. Всем счастливо, я иду на пляж, с Новым годом!